заморашка. Случилось как-то, что жена одного богатого человека заболела. И когда она почувствовала, что конец ее близок, то позвала к своей постели единственную дочку и сказала: «Милое дитя, будь всегда доброю и Бога не забывай, тогда он будет тебе помощник. А я с того света на тебя смотреть буду и всегда буду духом рядом с тобой». Затем она закрыла глаза и умерла. Дочка каждый день ходила на могилку матери и постоянно была ко всем добра и Бога не забывала. Пришла зима, прикрыла могилку снежным пологом, и чуть только снег растаял от весеннего солнца, отец сиротки женился на другой женщине. Мачеха привела в дом своих двух дочерей, белолицых и красивых с виду, но злых и бессердечных. Тогда наступило тяжелое время для бедной падчерицы. «Неужели эта дура будет у нас в комнатах сидеть?» — заговорили мачехины дочки. «Кто хочет хлеба есть, тот поди-ка заработай его. Прочь отсюда, судомойка!» Они отняли у нее хорошие платья, напялили на нее старое серое платьишко и обули ее в деревянные башмаки. «Гляньте-ка на эту гордячку, как она вырядилась!» — говорили они. Стали смеяться и отвели бедняжку в кухню. Там должна была она с утра до вечера нести на себе всю черную работу. Вставать рано, воду носить, огонь разводить, стряпать и мыть. Сверх того, названные сестрицы старались всякими способами ее огорчать, осмеивали ее, высыпали в залу горох и чечевицу, приготовленные для кушания, так что бедная сиротинка должна была выбирать их из залы по зернышку. Вечером, утомившись от работы, она не имела даже кровати, на которую могла бы лечь. Она должна была ложиться рядом с очагом, в залу, и спать на ней. И так как она была покрыта золой и пылью, и грязью, то злые сестры и назвали ее заморашкой. Случилось однажды, что отец собрался на ярмарку и спросил своих падчериц, чего им оттуда привезти. «Красивые наряды!» — сказала одна из них. «Жемчуг и драгоценные камни!» — сказала другая. «Ну а тебе, заморашечка?» — спросил отец. «Тебе что привезти?» «Батюшка, привези ту веточку, которая на обратном пути прежде всех хлестнет тебя по шляпе. Ту отломи и привези мне». Вот и закупил он своим двум падчерицам нарядные платья, жемчуг и драгоценные камни. А на обратном пути, в то время как он пробирался сквозь зеленую чащу кустов, ветка орешника хлестнула его так сильно, что и шапку с него сбила. Ту ветку он обломил и прихватил с собою. Приехав домой, он отдал падчерицам то, что им было любо, а заморашке — ветку орешника. Заморашка поблагодарила его, пошла на могилку матери, посадила над ней свою веточку и плакала так неутешно, что слезы ее обильно оросили эту ветку, и выросла веточка в целое деревце. Заморашка каждый день трижды ходила под это деревце, плакала там и молилась, и каждый раз прилетала на то дерево и садилась беленькая птичка. И стоило только бедняжке высказать какое-нибудь желание, как птичка сейчас же его выполняла и сбрасывала ей с деревца то, что она пожелает. Случилось как-то, что король той страны затеял праздник, а праздник тот должен был продолжаться 3 дня. И на этот праздник он задумывал созвать всех красавиц со всего королевства, чтобы его сын мог себе выискать между ними невесту. Обе названные ее сестры, услышав, что и они тоже должны явиться на тот праздник, стали поласковее, призвали заморашку и сказали: «Расчеши нам волосы, вычисти башмаки и закрепи на них пряжки. Мы идем на праздник в королевский замок». Заморашка повиновалась им, однако же заплакала, потому что и ей тоже хотелось идти вместе с сестрами и потанцевать. Она даже попросила у мачехи, чтобы та ее отпустила на праздник. «Ты, заморашка!» — крикнула мачеха. «Вся ты в грязи и в пыли, и тоже на праздник собираешься? Нет на тебя ни платьишка, ни башмаков, и туда же танцевать лезешь». Когда заморашка не стала более просить ее, то мачеха сказала ей: «Вот, я тебе высыпала в золу полное блюдо чечевицы. И если ты через 2 часа сумеешь эту чечевицу из золы повыбирать, тогда, пожалуй, ступай вместе с сестрами на праздник».
бедная сиротка. Сошла по черной лестнице в сад и крикнула во весь голос. «Голубки, голубочки, милые дружочки! И вы все пташечки поднебесные! Слетайте сюда, помогите мне, бедные, собрать чечевички! Те, что годны в горшочек, а не годны в забочек!» И слетелись на зов ее к окошку кухни сначала два белых голубка, а потом турманы махоногие, а затем и целые стаи всяких пташечек поднебесных, и опустились на золу. И стали голубки кивать головками, и начали клевать пик-пик, пик-пик, и другие тоже пик-пик, пик-пик, и собрали все годные зерна в блюдо. И часу не прошло, как у них все было готово, и улетели они опять в то же окошко. Принесла заморашка блюдо к мачехе с радостью и думала, что вот и ей будет дозволено отправиться с сестрами на праздник. Но мачеха сказала ей: «Нет, заморашка, у тебя и платьев не припасено, и танцевать ты не можешь. Над тобой только смеяться станут». Когда бедняжка стала плакать, мачеха сказала: «Вот если ты мне два блюда чечевицы в час времени из золы выберешь до чиста, тогда, пожалуй, пойдешь». А сама думала: «И где же ей это сделать?» Но когда она высыпала ей два блюда чечевицы в золу, девушка вышла с черным крыльцом в сад и крикнула: «Голубки, голубочки, милые дружочки, и вы все пташки поднебесные, слетайте сюда, помогите мне, бедные, собрать чечевички. Те, что годны в горшочек, а не годны в забочек». И слетелись на зов ее к окошку кухни сначала два белых голубка, а потом турманы махноногие, а затем и целые стаи всяких пташек поднебесных, и опустились на золу. И стали голубки кивать головками и поклевывать пик-пик, пик-пик, и другие тоже пик-пик, пик-пик, и собрали все годные зерна в два блюда. И получаса не прошло, как у них уже все было готово, и они опять улетели все в окошко. Понесла бедняжка оба блюда к мачехе и радовалась, что вот ей будет дозволено отправиться на праздник с сестрами. Но мачеха сказала ей: «Напрасно ты стараешься! Ты не пойдешь с нами, у тебя и нарядов нет, и танцевать ты не умеешь. Нам бы пришлось краснеть за тебя». Повернулась к бедняжке спиной и поспешно удалилась со своими двумя горделивыми девчонками. Осталась она одна одинешенька в доме. Заморашка пошла на могилу матери под ореховое деревце и воскликнула: «Встряхнись, встрепенись ты, мое деревце, посыпь на меня злато-серебрецо». Тогда птичка кинула ей серебряное платье с золотом и туфельки, расшитые шелком и серебром. Девушка поскорее оделась и поспешила на праздник. А названные сестры ее и мачеха, ничего об этом не зная, подумали, что это какая-нибудь чужая королевна. Такой красавицей была она в своем платье, разукрашенном золотом. Заморашка им и в голову не пришла. Они думали, что она сидит себе дома, да выбирает чечевички из золы. Сам королевич вышел красавице навстречу, взял ее за руку и все с ней танцевал. Да так и не захотел ни с кем больше танцевать, и руки ее из своей не выпустил. И когда подходил к ней кто-нибудь из мужчин, королевич говорил: «Я сам с ней хочу танцевать». Так и проплясала она до самого вечера. А когда захотела домой вернуться, то королевич сказал ей: «Я пойду с тобой и провожу тебя». Ему смерть как хотелось посмотреть, чья она дочь и из какого дома родом. Но она от него скользнула и взобралась на голубятню. Обождал немного королевич. Видит, отец заморашки идет и говорит ему: «Вот туда, на голубятню, взобралась одна красавица». Отец подумал, уж не заморашка ли, потребовал топор да багор и надвое рассек голубятню, а в ней никого не оказалось. А когда они домой вернулись, заморашка по-прежнему лежала в своем грязном платьишке на золе, а около нее на трубе тускло горела маленькая масляная лампа. Заморашка была проворна. Она с другой стороны забралась на голубятню, а спустилась с другой и мигом подорешенная очутилась. Там скинула она свой богатый наряд, положила его на могилку, и птичка снова унесла этот наряд, а сама заморашка опять напялила на себя серые лохмотья и села в кухне на кучу золы. На другой день,
Когда праздник начался снова, и родители с названными сестрами опять ушли из дома, заморашка пошла к орешине и сказала: «Стряхнись, встрепенись ты, мое деревце, посыпь на меня злато-серебрецо». И птичка сбросила ей платье, еще богаче, еще наряднее вчерашнего. И когда она в этом наряде явилась на праздник, все надивиться не могли ее красоте. А королевич уж поджидал ее, взял ее тотчас за руку и танцевал только с ней одной. Когда другие мужчины подходили к ней, чтобы пригласить ее на танец, королевич говорил: «Я с ней танцую». По наступлению вечера заморашка надумала удалиться, а королевич пошел за нею следом и хотел посмотреть, в какой дом она войдет. Но заморашка юркнула в сторону и убежала в сад позади дома. В том саду росло прекрасное большое грушевое дерево, и на нем было много чудных груш. На него-то и взобралась заморашка, словно белочка, и укрылась в ветвях его. А королевич даже и не знал, куда она подевалась. Подождал он немного, пока подошел отец заморашки, и сказал ему: «Вот тут одна красавица от меня ускользнула, и мне сдается, что она залезла на эту грушу». Отец подумал: «Уж не заморашка ли это?» Потребовал топор и срубил дерево. Но на дереве никого не оказалось. И когда они все вернулись домой, увидели заморашку, как и всегда, на куче золы. А она проворна была. С одной стороны на дерево влезла, а с другой спрыгнула. Вернула свой наряд птичке, что сидела на орешине, и опять напялила свои старые лохмотья. На третий день, когда родители и названные сестры ушли из дома, заморашка опять пошла на могилку матери и сказала деревцу: «Стряхнись, встрепенись ты, мое деревце, посыпь на меня злато-серебрецо». Тут птичка сбросила ей платье такое великолепное и так ослепительно блиставшее, что такого еще никто не видал, а к этому платью и туфли чистого золота. Когда она явилась на празднество в этом наряде, все ей дивились, как чуду. Королевич только с ней и танцевал. А если и подходил к ней кто-нибудь другой, он говорил: «Я с ней танцую». Когда наступил вечер, заморашка хотела уйти, и королевич по-прежнему хотел идти за нею следом, но она так быстро от него ускользнула, что он не поспел за нею. Однако он заранее пустился на хитрость, велел вымазать всю лестницу смолою. Как сбегала заморашка с лестницы, одна ее туфелька и пристала к ступеньке. Королевич туфельку поднял, и туфелька та была маленькая, хорошенькая и вся золотая. На следующее утро пришел королевич с этой туфелькой к отцу заморашки и сказал ему: «Моей супругой будет только та, которой этот золотой башмачок придется впору». Услышав это, обрадовались обе названные сестрицы, потому что ноги у них были красивые. Старшая пошла с башмачком в особую комнату и стала его примерять при матери. Стала примерять и видит, никак не влезает в башмак ее большой палец, потому что башмак ей мал. Вот мать и подала ей нож и говорит: «Отрежь палец-то, ведь коли будешь королевой, не придется тебе пешком ходить». Послушалась дочка матери, срезала палец, втиснула ногу в башмак, прикусила губу от боли и вышла к королевичу. Тот взял ее себе в невесты, посадил на коня и повез к себе домой. Пришлось им проезжать мимо могилки, а на орешине сидят два голубка и воркуют: «Гули-гули-гулюшечки, ведь башмак-то в кровушечке, ножки, видно, нет в нем места, это не твоя невеста». Королевич глянул на ногу невесты и увидал, как кровь из башмачка текла. Он тотчас повернул коня, вернул старшую дочку родителям и сказал, что это не настоящая его невеста, пусть, мол, другая сестра примерит башмачок. Пошла эта сестра в особую комнату, и когда стала надевать башмачок, то пальцы-то у нее влезли в него, но пятка была слишком велика. Тогда мать подала ей нож и сказала: «Отруби кусок пятки. Будешь королевой, не придется тебе больше пешком ходить». Дочь отрубила часть пятки, втиснула кое-как ногу в башмачок, скрыла боль нестерпимую и вышла к королевичу. Тот ее, как невесту, посадил на своего коня и поехал с нею. Но когда они проезжали мимо орешины, то
то сидели на ней два голубка и ворковали. «Гули-гули-гулюшечки, весь башмак-то в кровушечке, ножки, видно, нет в нем места. Это не твоя невеста». Посмотрел королевич невесте на ногу и увидал, как кровь текла из башмачка и закраснелся от нее белый чулочек. Повернул он своего коня обратно и привез эту невесту к родителям в дом. «Это тоже не настоящая», — сказал он. «Нет ли у вас еще одной дочки?» «Нет», — сказал отец. «А вот только еще от моей первой покойной жены осталась этакая маленькая дряненькая заморашечка. Уж та-то, конечно, тебе не невеста». Королевич захотел ее непременно видеть, но мачеха отвечала: «Да нет же, она такая грязная, что ее никак и показать не смеем». А королевич все настаивал на своем. Должны были, наконец, позвать к нему заморашечку. Та сначала вымыла чистенько лицо и руки, потом вышла и поклонилась королевичу, который подал ей золотой башмачок. Она тут же присела на скамеечку, скинула свой деревянный башмак и сунула ногу в туфельку, которая по ее ноге пришлась, как облитая. И как она поднялась со скамеечки, и королевич глянул ей в лицо, то он тотчас узнал в ней ту красавицу, с которой танцевал, и воскликнул: «Вот она, настоящая-то невеста!» Мачеха и обе названные сестры перепугались и побелели от досады, а королевич взял заморашку к себе на коня и повез ее к себе в замок. Когда они проезжали мимо Орешины, два белых голубка ворковали: «Гули-гули-гулюшечки, нету больше кровушечки, ножки в туфлю полно места, вот она твоя невеста». И как это проворковали, так тотчас слетели с деревца и сели заморашки на плечи, один на правое, другой на левое, да так и остались у нее на плечах. Когда пришло время играть свадьбу, лукавые сестрицы тоже явились, хотели примазаться и как будто выказать участие к счастью заморашки. Вот свадебный поезд двинулся к церкви, и старшая из названных сестриц шла с правой стороны невесты, а младшая с левой. И вдруг голубки у каждой из них выклевали по одному глазу. На обратном пути из церкви старшая шла с левой, а младшая с правой стороны невесты. И голубки опять выклевали каждый из них по одному глазу. Так-то и были они наказаны слепотой на всю жизнь за их злобу и лукавство.